Если хочешь быть первым в теме, то чувствуй вайб и заходи на самый киберспортивный сайт. Digibet, заходи быстрей. Digibet, ты уже с нами, Digibet, давай тусуйся с нами. Digibet, ссылка в описании. Мур, привет, друг, это Зверько, и новостной выпуск обновления 1.3.96, поехали! 23 июля выйдет герой-маг, маленькая ведьма Лилия. 9 августа выйдет Иксборг. И, наконец, мы бомбанем! Да не бомбит у меня! 23 июля выйдет вместе с Лилией ее стартовый скин «Школьный идол». Полная цена 269 алмазов. По мне, скидки в первую неделю. Добавили летние облики Клауда и Фанни, спасатели. Ты только посмотри на мечи Фанни, которыми она брызжет в лицо зрителю. Ну а серьезно, скины стоят 749 алмазов и будут доступны с 27 июля. 30% скидка в первую неделю. Звездник августа будет Чу, бешеный. А зодиакальный облик Лев будет на Баданга. Вот и я, Лев по знаку зодиака, но не играю Бадангом. Теперь магазин фрагментов. Премиум скины. 21 июля. Эстес Белый Журавль будет добавлен. 23 июля Бруно Элитный Нападающий заменят на Хаябусу Тень Пространства. Редкие скины. 10 августа уберут Мию, Фрею, Наталью, Зелонга, Карину, Руби, Ланселота, Диги и еще одну Карину и Акая. В тот же день добавят Мартиса, Франка, Клинта, Аргуса, Роджера, Кагуру, Сана, Кимми, Ангелу и Хелкарта. Вот такие пироги. Магазин героев за фрагменты. 23 июля будет Баданг вместо Руби. 27 июля Клауд и Фанни заменят Ханаби и Роджера. 1 августа Чу и Белерик будут за место Алдоса и Каи. 5 августа Уранус вместо Кимми. 7 августа Тамус вместо Харли. 9 августа Лапу-Лапу вместо Хелкарта. 14 августа Чане вместо Джонсона. Напиши в комментариях, если тебе нужна информация про фрагменты, а то может я зря это все начитываю тут. Добавят в магазин статуи две новых. Чу и Ханаби в странной позе. Наконец, изменения героев. Уранус. Первый навык. Теперь каждый стак добавляет не 35% урона, а 40%. Также увеличили лимит стаков этого урона с 280 до 320%. Это хороший буст Урануса по урону, но реализовать его довольно сложно. Харид. Первый навык. Уменьшили дистанцию на 10%. В пассивке уменьшили защиту от контроля. Теперь 60% вместо 70%. Вот этот статус Resilience, наверное, смогу наглядно показать только после выхода Маши, если ее не изменят. Кайя. Первый навык. Сделан перерасчет прироста урона. Теперь в начале чуть сильнее базовое значение, а на шестом уровне чуть-чуть слабее. Леоморт. Уменьшили скорость передвижения на коне. А давайте вообще сделаем, чтобы он медленнее всех бегал, ведь у него 4 ноги. Догоню? Нет! Пока твой конь 4 ногами. 1, 2, 3, 4. Мальчишка на 2 ногах. 1, 2, 1, 2. Лолита. Первый навык. Урон теперь зависит еще и от максимальных хп миньона, при ударе по миньону, конечно. Но зачем? Теперь будет наносить плюс 50% от максимум хп цели миньона. Клинт. Исправили описание пассивки, а также неверный расчет вампиризма на усиленном выстреле. Диги. В прошлой обнове первому навыку добавили 2 секунды к перезарядке. Теперь 1 секунду убирают, остается 11 секунд на КД. Иксборг. Ульта. Базовый урон огнемета 200, 250, 300. А базовый урон взрыва теперь 400, 550, 700. Сколько было до этого, не написано, а я не заострял внимания.
пассивка, увеличили количество зарядки от выбитых батареек на 20 единиц. А вот это явный баф, так он сможет быстрее восстанавливать броню и ультовать опять. Лилия. Второй навык. Увеличили КД с 8 до 9 секунд. Ульта. КД изменили на 50, 45, 40 секунд. Но тоже не написали, а сколько было-то. Изменение предметов. Опять маски. И опять пассивка. Когда ты на пятом месте по опыту, маска будет давать 35 экспы вместо 25, каждые 4 секунды. Маска трепета, теперь метка от автоатак, будет накладываться медленнее от одного и того же персонажа, поскольку добавили КД на это срабатывание 0,6 секунды. Я покажу это на баданге. Теперь не каждый удар ставит метку, и приходится наносить еще удары после ульты, чтобы оглушить цель. А все дело в том, что, как я и планировал советовать в гайде по маскам, убийцы и стрелки могут брать маску шестым предметом при фулл-закупе и оглушать противника. Теперь этот процесс усложнили. Я думаю, нам всем придется дождаться, когда маски оставят в покое, и только тогда смогу сделать актуальный гайд. Крепитесь и ждите. Говорящий с ветром. Исправили баг, когда урон не рос от скорости атаки. Спринт. Ранее он добавлял персонажу 56% скорости бега, а теперь только 50%. Нерф навыка, но не критичный. Теперь я пущу пик скинов, которые ожидаются, но даты выхода мне неизвестны. И кратко расскажу новости. Мне написали разработчики на почту о тестировании внутриигровых стримов с использованием камеры онлайн. То есть ты стримишь игру, находясь в игре с включенным микро и камерой. Конечно, с твоего разрешения. Поскольку я не стример, я отказался. Но я думаю, скоро это введут на основной сервер. Вот непотребства-то начнутся. 18 июля прошла презентация от разработчиков, но на слух я плохо воспринимаю английский, а уж с китайским акцентом вообще это печально. Но мне обещали дать текст, о чем там рассказывалось. Правда, это где-то 25 числа будет. Пиши в комментариях, если тебе интересен будет выпуск по презентации. Ну а на этом все. Если видео тебе понравилось, то ставь свою замечательную лапку и подписывайся на канал. Удачи, друг!